У меня с вторым подбородком я шейфу тяну, как будто нету. Нету? Как будто нету у меня подбородка. На поезде поехали в Лондон. Мне паспорт нужно было уже поменять. Планировали перед посещением посольства посетить Британский музей. Приехав в Лондон, передумали и пошли в Риджентс парк гулять. И не пожалели. Наверное, первый раз в жизни мне понравился такой парковый Лондон. Предлагаем вам прогуляться по Риджентс парку вместе с нами. В этот день было жарко в Лондоне, 26-27 градусов по Цельсию. В Англии 26 градусов, это жарко. Какое количество различных сортов роз? К сожалению, многие розы уже отцвели в августе. Риджентс парк, то есть парк Регента. Один из главных королевских парков Лондона, открытый в 1811 году. Назван в честь регентства принца, будущего короля Георга IV. Риджентс парк в старину принадлежал к охотничьим угодьям короля Генриха VIII. С 1811 по 1825 годы здесь велись работы по созданию террасного парка по проекту специально приглашенного принцем-регентом архитектора Джона Нэша. В честь периода регентства парк получил название Риджентс парк. С 1838 года вход в парк был открыт для всех желающих. Хотя некоторые части парка до сих пор остаются в частных владениях. На территории Риджентс парка располагается также зоопарк, университет и мечеть. Вон, о, смотри, какие здоровые. Обалдеть. Ну, обалдеть, как красиво. Да? Я хожу, улыбаюсь. Я знаешь... Улыбнись. Ну, хорошо.
Вот и гусь, египетский. Это гусь канадский. Надо прерваться на прогулку и идти менять паспорт. Проходим дом-музей Шерлока Холмса. В этом доме он никогда не жил. Когда Конан Дойль писал «Приключения Шерлока Холмса», этого дома еще не было и в помине. Хотя улица это тогда уже была. Но как же Лондону без Битлз? Вот, пришли, 15 минут заняло оформление нового паспорта, 140 евро, и через неделю я его уже держал в руках. Пошли снова в парк. По дороге увидели свадьбу. Смотри, людей совсем не боится. Цены, покататься на лодке. Меню кафешки. Интересно, если я правильно поняла. Если со своим стаканом приходишь, то на 25 пенсов дешевле заказ получается. А если со своим кофеем, то, видимо, совсем задарма. Очень много разных зверушек и птичек в парке. Можно прочитать вкратце о них. Удивительно, но в парке никто не кормит птиц. Везде стоят таблички, чтобы не кормили птиц. И это правильно. Как всегда, пару фотографий из цикла. Я и Эйфелева башня. Пчелы где поселились? Я не понял, это гигантский чертополох, или что? А у этого дерева из его корней растут новые деревья. Еще одно чудо природы. Вот кабачки какие-то. Какие кабачки? Уже давно забыли, что закрывал этот замок. А вот и мечеть. Так хорошо, что и уходить не хочется. Но надо идти на вокзал и ехать домой.